человек свое передает. Вот очень важно передать. И, но состояние, вот оно, наверное, родится, мы же с вами не рождали эту сингару, правильно? Но внутреннее состояние придет только от того, когда вы попробуете сами этот продукт, когда вы получите результат не только свой, а результат нас, своих клиентов. Вот это нас будет вдохновлять. Но чтобы вдохновиться продуктом, конечно же, надо его хорошо знать. Я очень благодарна, что приехал вот Бурматиков, и вот он показывал вроде те же модели, какие девчонки выходили, и вот когда мы сидели уже в ряд со своими коллегами, я говорю, кто-то еще хочет что-то приобрести. И я поняла, что каждый из нас захотел еще по платью себе взять. Вот таким образом увеличивается наш товарооборот. Я вообще всех нас поздравляю, что у нас появляется такая необыкновенная линейка в нашей коллекции, это одежда. И прямо ура, просто ура. Итак, наша любимая сингара. Сингарочка, как мои клиенты и знакомые говорят. И сегодня мы с вами снова познакомимся со средствами личной интимной гигиены с пробиотиками и бактериофагами. Бактериофаги. Вот вы знаете, да, я о них говорила, и очень важно, чтобы вы, как я еще раз сказала, свое личное ощущение, личное, не только ощущения, вот это внутреннее ваше состояние передать, вы будете передавать только тогда, когда вы поймете суть вот тех продуктов, которые у нас с вами есть. Итак, бактериофаги. Да, в дословном переводе означают пожиратели бактерий. Они живут в микромире наравне вот с этими микроорганизмами и служат естественными ограничителями численности. Вообще, бактериофаги, они вот так вот они выглядят на ножках. И не стали ученые называть бактериофага каждый своим именем, как вот мы знаем какие-то бактерии, это стафилококковая палочка и так далее. Бактерия, она аналогична названию своей бактерии. То есть каждый бактериофаг, он узкоспецифичен, и он будет нападать на себе, противодействуя такой же, только вредной бактерии. И бактериофаг... Он проникает в свою бактерию, вот видите, у него ножки такие, посередине у него как носик такой. И путем вот этого специального механизма он туда проникает, вовнутрь бактерии, и тем самым он ее ломает. И в то же время происходит размножение наших полезных бактериофагов, то есть вот их становится от 100 до 200 фагов, готовых к нападению. И цикл это достаточно быстрый, то есть от 15 до 40 минут, в зависимости от вида фага. То есть фаги это достаточно такие жесткие, это вредные наши бактерии. Следующий слайд. И наши средства не только с бактериофагами, а пробиотиками. Вот пребиотики это такая жидкая субстанция, которая как раз является продуктами питание нашими бактериофагами, то есть для того, чтобы они существовали и делали свою вот эту невидимую, но очень существенную для нас работу, вот пребиотики сюда входят именно как питательная среда. Следующий слайд. Итак, смотрим с вами, что же у нас есть в наличии. Вот такие вот флакончики. Каждого флакона хватает на 1000 прысков. И... Очень важно, что вот именно знать направление разных вот этих средств, и вот именно средства биологические перчатки, вы знаете, я как-то вроде я жила без них, но буквально отдала своей хорошей знакомой, увидев, что у ее дочери такие цыпки на руках, хотя в принципе практически можно сказать, что вот она весна, и уже солнышко нас с вами посетило, и человек не может избавиться от этого, не может помочь своему ребенку, девочка у нее. И я ей дала, говорю, давай я тебе перчаточки на 2 дня оставлю. Ну, то есть у меня был заказ для нее. Я говорю, через 2 дня с заказом приду, и мы с тобой поговорим. И я поняла, что эти 2 дня мне как-то плохо жилось без этих биологических перчаток. И каждый раз понимала, что, господи, зачем же я их отдала. Так вот, такие биологические перчатки, которые в косметичке теперь у меня живут, ну, в сумочке, скажем так. Вот пузырек... Брызгайте, запаха как такового в принципе нет ни у любого продукта. И вот это, именно это средство способствует заживлению микротрещин. Нормализуется наша нанофлора на руках. И порой мы не можем справиться обычными кремами с какими-либо проблемой. Вот именно вот эти вот
Биологические перчатки очень хорошо будут, когда мамочка идет гулять со своим малышом в песочнице, в кафе пошли. То есть все равно ребенок, он умудряется в рот, руками, естественно, он все это несет. Таким образом он познает свой мир. И если у нас нету ничего с вами под рукой, чтобы потом обеззаразить вот эти руки у малыша, и чтобы он был здоровым, вот эти биологические перчатки, это прямо вот спасение. Спасением на целый день. Можно обрабатывать не только руки, а кожаные перчатки, которые нельзя стирать в машине. Можно обрабатывать карманы верхней нашей одежды, сумок, в путешествиях. И вот это средство используйте всегда, когда, ну не дай бог, порезали руки. Тем самым вы себя обезопасите от попадания разных микроорганизмов, которые вызывают, ну, может быть, даже и нагноение. Классная штучка в путешествиях, и вот мы, допустим, на ту же овацию поехали, то есть после мероприятия пошли садиться за стол и понимая, что надо руки помыть. Вот именно такой продукт, он всегда прямо в помощь. Убирает бактериальную грязь под ногтями, это тоже немаловажно, потому что мы с вами женщины и любим, что наши ноготочки всегда были красивы, но очень важно, чтобы они нам еще и пользу приносили. Итак, следующий слайд. Следующий продукт – это гель-спрей для полости рта. Вот этот продукт просто уникальный, тем самым, что я даже не знаю, с какого возраста и до какого его можно и нужно использовать. Потому что, когда мы проводили перспективу, ко мне одна дама подходила, и все, у нее был главный вопрос. У меня дома есть малыш, с какого возраста можно? Так вот, коллеги, вот этот продукт можно с грудничкового, скажем так, возраста, потому что именно малыши, опять же, занося в рот, может быть, какую-то грязь или какой-то микроб, грибок, вот эти молочницы во рту, чтобы их предотвратить, очень хорошо использовать вот этот гель-спрей для полости рта. Когда малыши начинают чистить зубы, достаточно сложный такой процесс, чтобы они правильно и грамотно это все сделали, потому что мы сами-то порой не знаем, как правильно это все делать. Вот именно гель-спрей для полости рта очень хорошо, если вы будете использовать, нанося ему на зубную щетку. То есть помогая тем самым, чтобы у малыша не было проблем с чистотой зубов. Очень хорошо убирает налет. Вот именно зубок, и они достаточно долго остаются вот именно гладкими такими. То есть мы чувствуем, когда у нас налет на зубах. Если это шикарная профилактика при пародонтитах, пародонтозах, ведь вот, допустим, в маленьких городках не всегда, вот у нас в городе точно нет пародонтолога, и сейчас это так часто встречающая проблема, и вот именно таким продуктом мы можем с вами себе помочь. Если молодежь начинает одевать брекеты, сейчас это очень модно, это достаточно сложная процедура чистки вот этих брекетов. Вот обязательно рекомендуйте гель-спрей для полости рта мамочкам, чтобы дети их не пользовались этим продуктом. Бывает, что вот, например, человек любит пользоваться жевательной резинкой. Вы знаете, когда часто мы используем жевательную резинку и, допустим, достаточно долго ее жуем, тем самым мы начинаем как бы вбивать, что ли, вот эти остатки пищи в наши десна. То есть не настолько полезна жевательная резинка, то есть тем самым вот опять же наш вот этот замечательный спрей, он просто ну, классный помощник, используется, брызгаем в рот, такой свежий такой запах, ну не знаю, как очень хорошо. Я его очень люблю, когда вот сегодня опять я волнуюсь, сижу, и, как правило, когда вот человек часто... Вернее, когда говорит, и бывает такое, что вот возникает сухость во рту, гель-спрей для полости рта, это просто будет помощник. Когда у детишек режутся зубки, помогайте вот именно этим спреем. Когда я пошла лечить зубы, я сразу прочитала на этом продукте, что при лечении зубов очень хорошо, если мы используем вот этот продукт, очень хорошо заживляют ранки, когда удаление зубов. Ну и вообще при лечении быстрее приживаются все те вещи, которые вы там делаете. Следующий продукт. Следующий продукт – это у нас с вами антибактериальные носочки. Вот сейчас это так актуально. Мы одеваем с вами, начинаем переходить из одной обуви в другую. И сейчас тепло на улице, ура, у нас солнышко на Урале появилось.
и ножки начинают потеть. Вот первый запах, откуда бы он ни происходил, от ног, от тела, это как раз запах, это следствие жизнедеятельности вредных продуктов. То есть, значит, у нас уже вот есть вот эти вредные бактерии, которые способны вот этот запах, чтобы у нас этот запах появился. Так вот, носочки очень хорошо освежают ножки и буквально быстро удаляют этот запах. После 3-4-дневного использования этого спрея вы почувствуете, что ноги перестают пахнуть. Естественно, не забывайте брызгать в обувь. Конечно же, это средство сохраняет и восстанавливает естественную флору стопы, обеспечивает быстрое заживление микротрещин, мозолей и других поврежденной кожи. Вот смотрите, мы скоро с вами в босоножки перейдем. И кожа после зимы, она достаточно нежная, потому что мы в сапогах носили, то есть там было тепло. Начинаем одевать босоножки, и вот эта подошва наша, она мягкая и начинает, скажем так, стаптываться. И вот у нас появляются с вами мозоли, натоптыши, потом мы с этим мучаемся. Чтобы этого не происходило, антибактериальные носочки. И всегда, я всем говорю, что лучше, если у вас этих два продукта дома. Два. Один, конечно же, в ванной, другой в коридоре. Потому что после того, как мы помыли ножки, обязательно наносите это средство, чтобы закрепить наш шикарный результат. Если вы пошли в бассейн, в баню, очень хорошо, если этот продукт будет с вами. Широкий спектр антибактериального действия. Про профилактику бактерий и грибковых заболеваний. Классный продукт, когда, вот, допустим, дети в армию уходят. Вы знаете, ведь вот они надевают эти берцы, которые и зимой, и летом они ходят в одних берцах. Это только в документах пишется, что у них летняя обувь, там есть ничего подобного. То есть одни выдали на год моему сыну, вот он не ходил. И когда мы приехали к ним в часть, то есть когда ребята разделились у нас в комнате, ну просто непередаваемо, вы все меня прекрасно понимаете. То есть вот этот запах, и я думаю, вот год они с этим поживут. Естественно, они приезжают с больными ногами. И вот эти бактериальные носочки я выслала своему сыну, естественно, он их там припрятал, чтобы всегда это средство было с ним. Следующий продукт. И следующий продукт, это у нас с вами появляется незримая вуаль. Вот этому продукту просто низкий поклон. Любая женщина, чтобы быть вот именно женственной, и это прекрасное средство для интимной гигиены. Обеспечивает дополнительную защиту, в том числе и в критические дни бактериальных инфекций. У меня вчера коллега позвонила и говорит, у нас когда-то были салфетки для интимной гигиены, тут поеду в деревню к родственникам, и не знаю прямо, что вот нет у нас теперь этих салфеток, что взять. Я говорю, Лен, незримая вуаль однозначно. То есть, думаю, вот вроде рассказываешь, когда конкретно каких-то ситуаций касается, возвращаемся к этому продукту и обязательно о нем проговариваем. То есть, даже если у вас нету критических дней, очень хорошо вы используете, если брызгаете в трусики и используете вот именно в интимных средствах. То есть, чтобы не было запаха. Бывают такие ситуации, что нет возможности помыться. То есть, вот этот продукт, это шикарный результат дает с его использованием. Вот именно наш женский продукт, он еще и идет богатый такой чувственный аромат Тайны Востока. Сюда вошли запах нероли, дыни, розы, шиповник, иланг-иланг. Это необыкновенный продукт. Его можно использовать как в качестве дезодоранта для тела. Вот бывает, что чтобы женщина была как можно дольше с молодым женским телом, используйте этот продукт. И бывает, что вот возрастные люди, они начинают, у них есть свой особый запах, вот этот запах старости. Так вот, чтобы его отодвинуть как можно дальше, чтобы его вообще не было, незримая вуаль. Я своей маме сразу, когда я услышала про вот этот запах, я сразу ее принесла, говорю, мама, с ног до головы. Ну, шутка, но вот этот продукт сейчас у нее живет. Если
у человека заболевание, как сахарный диабет, вот с незримой вуалью он будет жить спокойно, потому что сухость в интимных местах, она даст о себе знать. Начинается вот этот зуд. И вот именно незримая вуаль будет шикарным помощником. Как я в прошлый раз рассказывала, у меня у коллеги мама сильно болела, то есть вот уже умирала она, и еще осложняла это тем, что у нее сахарный диабет. Под грудью сильно у нее она расчесала, там было прямо, знаете, как кожа. И вот по-женски была проблема, тоже постоянный зуд. И я просто ей принесла, у меня был остаточек этой незримой вуали. На третий день она позвонила, говорит: Света, ты представляешь, у нее под грудью все зажило. Руки она теперь уже не чешет там, где не надо это делать. То есть человек спокойно. И вот именно незримая вуаль – это шикарная профилактика наших женских молочниц. Потому что сейчас это бич. И не только от того, что что-то мы неправильно делаем. Это питание наше и окружающая среда. Именно вот наша незримая вуаль содержит афродизиаки. Следующий продукт. Ну, коль создали продукт для женщин, у нас с вами появился мужской продукт. И уникальный вот этот дезодорант, незримая сила, гель-спрей для мужчин с бактериофагами и пробиотиками. Препятствует размножению бактерий, появлению неприятного запаха. Да, для мужчин это тоже немаловажно, но и нам, потому что мы же любим свою пару и хотим, чтобы вот она как-то по-особенному пахла рядом с нами. И вот именно незримая сила, невидимая сила, она будет с этим работать. Вот этот продукт, он более насыщен бактериофагами, он, скажем так, более сильный, чем женский. И именно вот этот продукт можно использовать мужчинам для тела. Если, например, у молодежи на спине, ну как часто это бывает, прыщички, вот именно этот продукт будет достаточно быстро работать с этой проблемой. То есть спинка достаточно быстро и шеи подсыхают, вот эти проблемные вещи, они прямо отпадают. Гель одновременно выполняет три функции. Да, он очищает, увлажняет, дезодорирует кожу. Но, как правило, для мужчин не зря же придумали такие продукты, даже для, написано, шампунь, гель для душа и буквально там пена для ванны. То есть и здесь у нас то же самое. То есть этот продукт вот три функции включает. Прекрасное средство интимной гигиены. Это профилактика простатитов у мужчин. И достаточно использовать, бактериофаги – это же живые существа, то есть достаточно использовать, брызгая на трусики. И вот мужской продукт у нас тоже с вами содержит афродизиаки. И вот именно невидимую силу можно использовать после бритья, то есть он очень хорошо заживляет кожу. Аромат горное озеро, запах высокогорных цветов, теплой воды с нотами кедра, мускуса, оттенков цитрусовых. То есть вот такой необычный продукт мужской у нас с вами есть. Если еще есть про прыщики, вернемся, про молодежные прыщики, конечно же, добавляйте сюда пропионику, это вот у нас маленькая такой флакон, чтобы усилить вот этот эффект. Всегда продавайте парами. Учитесь продавать, предлагать и продавать сопутствующий товар. Если мы с вами продаем средства интимной гигиены из нашей базовой серии, обязательно рекомендуйте нашу женскую силу, вот этот женский продукт. То есть вот сопутствующий продукт нам надо с вами научиться продвигать. И тем самым мы будем быстро делать личный объем 100 баллов, к которому мы с вами стремимся. Итак, следующий продукт. У нас с вами представлена серия Сингара. В серии Сингара несколько спреев. И самый-самый мой любимый – это, конечно же, Монарда Плюс. Везде он у меня есть. То есть вот сейчас дачный сезон открыли, и пару флаконов я сразу туда увезла. В домашних условиях у меня он и на кухне хранится, и вот в коридоре всегда он у меня есть. Итак, вот этот Монарда Плюс спрейчик для дома с эфирным маслом Монарды. Вот сама Монарда, вы можете в интернете помониторить, прямо набираете Монарда и ее использование. Вот такой шикарный спектр, прочитаете то, что она делает, вот сама Монарда, то есть она работает
как мощный антисептик. А вот Монарду садили в Чернобыле для того, чтобы вот благодаря ее таким необыкновенным функциям, она пожирает, не пожирает, а как это правильно, чистит воздух, она убирает радиацию, представляете? То есть это очень важно, потому что мы знаем, какой воздух, какой мир нас с вами окружает. И если мы хотим жить в безопасности и хочется, чтобы детки наши как можно дольше жили, Монарда в нашей жизни должна просто присутствовать. И да, природное очищение воздуха от спор, плесневых грибов и вирусов. Вы знаете, когда мы с вами поливаем цветочки дома и вот рассаду, у кого-то она еще дома живет, из земли естественным образом оказывается, начинается выделение спор вот этих грибов. Мы с вами этим дышим. Я никогда об этом не задумывалась, вообще в принципе не знала. И Монарда, она вот способна работать с этими спорами, чтобы мы с вами этим не дышали. И очень хорошо убирает любой запах. Любые запахи, запахи табака, запахи пищи. То есть вот именно Монарда очень хорошо укрепляет нашу иммунную систему. Вот когда было время заболевание гриппом, помните, вот у нас был февраль, по-моему, месяц, все прям боялись этого гриппа. Я вот его не боялась и всегда говорила, что я не буду болеть, у меня Монарда дома есть. Выходя из дома, делаете прыск, и вот такое прямо эфирное облако создается, вы под него встаете и уходите спокойно на работу, отправляем деток в школу, в садики, в институты. Вы спокойны за его состояние, потому что он однозначно не заболеет. И когда приходит, конечно же, надо восстановить это все. И снова мы встаем в это облако и пользуемся вот нашей шикарной Монардой Плюс. Сейчас люди заезжают в сады и огороды для того, чтобы там у нас тоже было все гармонично и без всяких проблем. Обязательно пропрыскать надо сначала и дом, потому что там без нас жили мышки и другие животинки, может быть, у кого-то там бегают, чтобы не было никакой заразы в нашем доме, в наших теплицах обязательно надо пропрыскать вот этой Монардой, чтобы не было вот этих спор грибов и вирусов, и чтобы наше растение, наша рассада там просто хорошо себя чувствовала и плодоносила. Следующий продукт. А следующий продукт у нас с вами средство биоочищения воздуха в помещении без запаха. Гель-спрей для дома с бактериофагами. Вот он, классный такой продукт. И очень хорошо работает для тех людей, разработан специально для людей, чувствительных к запахам, и детей-аллергиков. Вот смотрите, если человек очень долго сидит в замкнутом пространстве, и вот этот запах, он как неживой уже становится. Так чтобы вот его оживить, убрать все вредное, то, что в нем есть, обязательно используйте вот этот гель-спрей с бактериофагами. Он абсолютно без запаха. Я его очень люблю. Так, Марина. Одно плохо, запах неприятный у этого геля-спрея. Я имею в виду Монарду. Угу. Первый раз слышу, правда, чтобы Монарда неприятно пахла. Мне она чем-то напоминает герань. Но, в принципе, запах очень быстро уходит, согласитесь. Да, наверное, индивидуально светом. Мне тоже нравится, я тоже люблю свою Монарду. Итак, без запаха, если вам вот Монарда вот в этом плане не нравится, однозначно отдавайтесь продукту без запаха, и он будет вам помогать в проблемах, которые вас, может быть, беспокоят. Смотрите, вот у меня коллега, сейчас вот весна такая активная, у нее аллергия, и человек просто мучается, и задыхается, нос не дышит. И вот, Лена, бы ты мне написала, вот как ты пользуешься вот этим спреем, как он тебе помогает. То есть это вот для того, чтобы не уйти в эту аллергию, чтобы не, как это, в хроническое заболевание это не перешло. Вот этот продукт, он просто шикарный помощник. Общеукрепляющее действие на организм человека, систему органов дыхания. Да, это в помощь. И когда человек очень долго сидит за компьютером, начинается вот такое ощущение усталости глаз, они начинают высушиваться, скажем так, вот эта внутренняя роговая оболочка. Вот это средство без запаха брызгаем в воздух и начинаем моргать, чтобы в глазки он попал.
и мы нормализуем нанофлору наших глазок, они начинают лучше видеть, и да, вот Лена написала, вовнутрь брызгает и в офисе. Вот Лена просто почему обратилась к ней, вот как это говорят, я не аллергик, и мне это сложно передать, а человек, который вот вдруг у себя проблему обнаружил, очень важно услышать его состояние, потому что у нас в окружении могут быть такие люди, которые страдают такой проблемой, как аллергия. Но вот Лена спасается именно вот этим продуктом, сейчас она с собой просто его носит, поэтому я об этом и хотела вам сказать. Это для профилактики вот этих глазных заболеваний возрастных, катаракта, вот обязательно вот этот гель-спрей. А если уже проблема эта есть, чтобы ее приостановить, скажем так, и помочь своим глазкам, обязательно рекомендуйте вот без запаха вот этот спрей. Следующий слайд. И у нас с вами в обиходе, конечно же, есть... Ага, следующий слайд у нас пошел. Эффективная система омоложения с пептидами. Но сегодня мы о ней не будем говорить, а вернемся к предыдущему слайду. Смотрите, у нас с вами есть гель-спрей без запаха. И два спрея у нас с вами существует с запахом апельсина и запахом каминного зала. Это гель-спреи для очищения воздуха. Они также выглядят абсолютно как вот этот спрей без запаха, но с апельсинком, он желтенький, как вы помните, такого оранжевого оттенка. И другое средство коричневое, это каминный зал. Вот здесь просто выбор для нас, для того, чтобы мы с вами, ну, кто какой запах любит. Очень важно иметь эти спреи дома. Почему? Сейчас объясню. Когда мы начинаем уборку дома, то мы начинаем с того, что убираем пыль. Ну, как правило, да? А она у нас в воздухе вся, мы этим дышим. И вот эти два спрея, они будут работать именно для того, чтобы очистить воздух. То есть мы пробрызгиваем сначала нашу квартиру или помещение, где мы стараемся прибраться. Вот эта пыль прибивается, и тогда вы начинаете как уборку. И вот после этого, вернее, мы начинаем уборку. Вот теперь она будет настоящей. То есть процесс, скажем так, чистоты у нас с вами продлевается, и мы вот убираем именно пыль. Кому плохо от запаха рассады помидор, вот этот гель-спрей поможет. Марина пишет. Отлично. И вот эти два спрея, апельсин, ну, апельсин он всегда вот ассоциируется с праздником, с таким хорошим настроением. И бывает вот состояние пришла с работы, перетрудилась, переобщалась, и обязательно открываю этот спрей, побрызгала, вдохнула такой живительный воздух, почистила свое помещение, такое радостное, хорошее настроение уже включается. Если оба спрея очень хорошо убирают также запахи. То есть какой бы вы продукт из спреев ни взяли, он в помощь вам будет по устранению запахов. Это очень важно для нас. Но каминный зал, он создает ощущение, конечно же, домашней обстановки, тепла. И вы представляете, что вы сидите дома и уходит чувство тревоги. Лена, ты моя умничка. Конечно, уходит чувство тревоги, но у нас вообще не должно существовать. У нас вообще все будет здорово. И вот этот каминный зал, конечно же, теплота, уют. И то же самое, то есть вот эти все продукты у нас с вами будут работать для нашего с вами внутреннего состояния, чтобы мы с вами могли передать на эмоциях все те продукты, которые у нас с вами есть. Сегодня в распродаже на втором шаге, когда мы заходим с вами в заказ, есть два замечательных продукта. Это целлюлитная программа. Обязательно ее возьмите, потому что масло, которое входит в этот набор, а вообще классно, что нам предлагают всегда на распродаже наборами, потому что вот там набор масла идет у нас и средство вот антицеллюлитное, крем антицеллюлитный. В розницу они стоят у нас, масло стоит больше 2000, и целлюлитный крем стоит 1000 с чем-то. А мы сейчас с вами можем взять, не помню за какую цену, но там где-то 1500 или 1700 этот наборчик идет. Вы почитайте результаты на сайте, и мы делились тут с коллегами, когда выставляли продукцию Сингара вот на перспективе. То
То есть, вот, в принципе, целлюлитная программа – это настолько индивидуальная, скажем, такая вещь, потому что вот я люблю продукт против целлюлита, скажем так, и некоторые средства работают. Вот наносите целлюлитное, сначала уходит жидкость из-под кожи, и вы увидите сразу вот эту апельсиновую корочку. Так вот, вот эти два продукта, масло и целлюлитный крем, антицеллюлитный крем, он очень гармонично все убирает. Кожа становится просто великолепная, шелковистая, ее очень приятно трогать. Я не вижу вот этих целлюлитных бугорков. Все это расщепляется, подтягивается очень хорошо. И у нас с вами впереди лето, у нас с вами уже пришли купальники. Я сегодня купальник померила, мне очень понравилось. Конечно же, хочется выглядеть просто великолепно на лето. Поэтому вот это средство нам просто здорово, что предложили на распродаже. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, сколько баллов у нас стоит любой продукт из Сингары? Баллы смотрели или нет? Поставьте плюсики, кто да, и поставьте минусики, кто нет. Лучше, чем на этой зиме. Спасибо, Алексей. Про баллы мне ответьте, пожалуйста. Вот знаете, вот именно... Отлично. Вы знаете, это отвечают те люди, которые хотят, чтобы в их структуре был хороший групповой объем. Очень важно знать ценность продукта и ценность как в виде качества продукта и ценность в виде баллов. Вот именно коллекция серии Сингара приносит нам хороший балловый результат. Именно этим продуктом быстро можно заработать как деньги, потому что с одного флакона получается прибыль чуть больше 100 рублей, продавая один флакончик. И баллов получается, вот здесь уже чистые баллы. Если спрей у нас стоит 299 рублей, то и баллов, соответственно, вот по цене 75, как заявлено у нас с вами в маркетинг-плане. И, как правило, как я еще раз говорю, предлагайте сопутствующий товар. Если у вас попросили один продукт, он начинает пробовать нашу Сингару в одном продукте, чего бы это ни касалось, продукт для рта взяли, для рук, для ног, обязательно спросите после того, как человек начал использовать, вот прямо подождите 4-5 дней, отзвоните своему клиенту и спросите, начала использовать, замечательно, какой результат, спрашивайте, не бойтесь, потому что если человек реально пользуется продуктом, у него результат обязательно уже есть на 4-5 день. И когда человек говорит, что да, ему понравилось, у него классный результат, мы, конечно же, начинаем расширять его линейку. И поэтому все те продукты, которые у нас с вами есть в ассортименте, если он для рта взял, естественно, для ног ему тоже надо иметь в виду, потому что у всех, я так думаю, есть дети, родственники, мамы, папы. То есть здесь уже очень важно, чтобы вы умели работать со своим клиентом. И, как я говорю, что вот именно на Сингаре очень быстро можно сделать квалификацию и в личном объеме 100 баллов. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы ко мне? Может быть, конкретно по какому-то продукту хотели спросить. Вообще, давайте вот домашнее задание всем. Домашнее задание всем. Что-то я хотела сказать, Света. Спасибо тебе, Светулечка. Просчитать надо. Вот смотрите, мы идем к клиенту. И, ну, например, мы идем к даме. Какой продукт ей нужен? Женский нужен? Нужен. Перчатки нужны? Нужны. Для рта, для ног, мне кажется, вообще все нужно. И поэтому, продавая 4 продукта, посчитайте, вот вам просто домашнее задание, сесть и посчитать, продаем 4 продукта, какое количество баллов. Посмотрите, какое количество у вас сегодня клиентов. И открываем каталог. Смотрим, что у нас сегодня со скидкой. Скажите, пожалуйста, что у нас из Сингары сегодня с хорошей скидкой в каталоге? Все задумались? Вот вам домашнее задание. Носки. Вы знаете, когда видеоролик кто-то из моих приятелей посмотрел, мне консультанта, Монардо Плюс, Даша, молодец, и... Вот видите, у нас уже два продукта идут со скидкой. То есть обязательно надо людям позвонить.
очень здорово, вот когда в нужное время ставят тот продукт, который нужен. То, что я сказала, монарда сейчас огородникам нужна. И обязательно монарду, конечно же, монарду, кстати, хорошо разбавлять для огорода, ну, чтобы не было так дорого. Ее достаточно разбавить один к одному, и можно использовать вот для растений, чтобы они у нас в тепличках, там в парничках, где там высаживают это все, распылять, чтобы они не болели. И также используем и для домашних растений, потому что это тля, паучки, если вдруг они вот заводятся, вот это все дело очень хорошо лечится именно монардой. Антивозрастная сыворотка, класс. То есть у нас с вами, смотрите, для ног Монарда Плюс со скидкой, спрей с аргинином. Скажите, спрей с аргинином, огородники, садоводы. Все же сейчас начали пахать и все маются с этими спинками. У нас с вами как раз в это время спрей с аргинином со скидкой. Эля, спасибо тебе. И да, гель восстанавливающий, антивозрастная сыворотка. Ну, антивозрастная сыворотка, вы знаете, вот опять же, касаемо, если, опять же, огородников, они же самые наши любимые клиенты. Они поехали на природу и приезжают с такими обветренными лицами. Можно, в принципе, сейчас и зиму предлагать для лица, но нам-то, конечно же, антивозрастную сыворотку лучше предложить. То есть очень хорошо вот эта сыворотка, она будет восстанавливать лицо, снимать вот это, вот эту обветренность и наполнять вот именно водяным составом. Ну, Света, понятно, она номерами, смотри, все... Спасибо, 11153, Монарда, ну вот видите, то есть вот все, кто написал, это действительно те люди, которые грамотно смотрят каталог, а те, кто не написал, срочно это все странички, закладочки сделать, у нас осталась с вами последняя неделя этого каталога, и нам надо успеть снабдить наших любимых клиентов, снова проходимся носочками, Монардой не забываем, потому что те, кто, вот знаете, зимой взял монарду, когда вот болели гриппами, да, гриппом болели, то сейчас весной они уже открывают, о, монарда со скидкой, надо парочку взять. Алеша уже получил, умничка. Вот смотрите, у нас появляется возможность за последнюю неделю еще успеть поработать с этими продуктами. Успевайте, ведь можно и сделать запасы на следующий период. Ну все, я поняла, вопросов у вас нет, это здорово, значит, я так предполагаю, что у вас информация есть, и вы уже работаете с этим продуктом. Скажите, пожалуйста, что вы после сегодняшней презентации захотели себе еще взять? Деля все, Деля все, дубль 2, да? Ну, здорово. Когда нам хочется взять себе, вы знаете, когда вот опять же вернусь к овации, как здорово, что у нас есть такие мероприятия, так здорово. Я приехала и вот делилась с теми, кто не поехал. Я говорю, так здорово, что у нас в компании работают люди, которым нравится, чем они занимаются, что они творят здесь. И вот именно Нечаев, он умеет вот, находить вот этих людей, новых людей, которые горят. Когда я приезжаю, и приезжает, вернее, Рима Корнеева, вот видно, что когда вот я приехала первый раз, вернее, в Москву, и она рассказывала, что мы выкупили завод, и человек начал там создавать, творить. Вот это детище настолько было интересно ее слушать, как она рассказывала об этих продуктах. И я, кстати, сегодня готовлю слайдовую презентацию на завтрашний день. Я завтра веду тему по базовой нашей серии. Вы знаете, ну, такое вот они умудряются туда вставлять наши продукты. То есть в компаниях, в других, я мониторю по интернету, допустим, какие-то особые ингредиенты, которые используют, например, только в декоративной косметике. А у нас с вами это есть в базовой косметике для лица. Но это вообще нонсенс. Поэтому... Обязательно завтра включите презентацию, я ее вот еще, правда, не доделала, но вот я сижу, листаю, и я снова все хочу купить, думаю, вот это я не попробовала, как это в своей жизни все успеть. И поэтому вот именно
те люди, которые творят, вот Сингара, ведь она сама ее создавала, и она прям вот горит, когда приезжаешь на Киселеву Лену, да, то есть она рассказывает об этом любимом продукте, и действительно начинаешь думать, так, это у меня еще нету, это я не купила, это у меня для ног есть, надо маме обязательно взять. И вот так мы должны нести это все в люди, рассказывать. Я вам желаю успеха. До завтра. Завтра мы снова с вами увидимся в 8 часов. Включайте обязательно своих новичков, коллег. Всего доброго, до свидания. Следующий вторник, 2020, будет у нас парфюм. Ура! Приглашайте.